30 ноября вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Работники, ухаживающие за родственниками с первой группы инвалидности, получили право на двухнедельный отпуск за свой счет, комментирует помощник Одинцовского городского прокурора. Закон расширил перечень работников, которых нельзя без их согласия направлять в командировки, привлекать к ночной и сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни. В перечень включили сотрудников, воспитывающих без супруга и супруги детей до 14 лет, сотрудников, воспитывающих детей до 14 лет, если другой родитель – вахтовик, опекунов детей до 14 лет, родителей трех и более детей до 18 лет, младшему из которых меньше 14.